difendere il nostro territorio, assicurarci il trionfo della terza Roma. Lunga vita al Duce! Ora il messaggio sarà... Кажется, партизанам перебили кислород. Возможно, я сумею им помочь. Это мне очень пригодится. Припрячем. Кажется, собрал тут все полезное.
кладбище. Тут и пригодится подарок Софии. Ну вот, теперь точно попаду в ад. Я смотрю, у кого-то есть друзья и под землей. Думаю, я собрал все, что мог. Надеюсь, не опоздал. Ты должно быть ангел. Есть разговор. Снайпер УСО. Что ж, очень рады. Она спасла нас. Чего ты ждешь? Давай поговорим.
снайпер. Меня зовут Лучо. Да, Лучо, из разрушенного замка. Ангел подоспела в последний момент. Да, она спасла нас. Она наш ангел-хранитель. Ну, судя по количеству мертвых фашистов, скорее ангел смерти. Возможно. Но она же убивает только плохих людей. Как насчет тебя? Тоже убиваешь только плохих? Ну, конечно. Хорошо, что ты нашел меня в замке. Так это была проверка, чтобы убедиться, что мы на одной стороне. Наши люди были на волоске от гибели. Опыт говорит, что не всегда можно доверять союзникам. А ты этого хочешь? Проверки? Проверяй. Ну что ж. На виадуке платформа с орудием. От него погибло много наших. Если союзники пойдут здесь, то и у вас будут большие потери. Видно, неспроста вы не решили проблему сами. Считай это проверкой, Фейерберн. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышим вас, Рыжий лис. У Реджелину потерпел крушение американский самолет-разведчик. Его конструкция сверхсекретна. Вы должны найти пилота и забрать кадры аэросъемки. Также уничтожьте обломки самолета. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Карл. Я слышал, ты разговаривал с ангелом. Было дело. Послушай, у меня есть осведомитель. Человек по имени Дорфман. Высокопоставленный нацист. Ты веришь ему? Ну, пока Дорфман был надежным источником. Он говорит, что рядом с виадуком крупный тайник боеприпасов. Хочешь, чтобы я уничтожил? Спрашиваешь. Нужно добраться до орудийной платформы и уничтожить ее. Вопрос как? Из-за шума выстрелы будут не слышны.
Нужно разобраться с этим блокпостом. Это мне очень пригодится. Кажется, собрал тут все полезное.
ликвидировать. Думаю, я собрал все, что мог.
Больше ничего. Это должно облегчить жизнь сопротивлению. Больше ничего не найти. Thank you.
бронемашина натворит немало бед. Надо с ней разобраться. Одной заботы меньше для партизан. Похоже, осведомитель Уивера был прав. Это должно быть главный склад боеприпасов. Надо ликвидировать. Пора сняться с места. Отличная работа, скажу я себе. Здесь больше нечего искать.
Вот и все. Отличная работа, скажу я себе. Немцы очень довольны собой. Жаль их разочаровывать, но придется. Тут больше ничего нет. Церковь хорошо охраняется.
Патроны. Кажется, собрал тут все полезное. Тело пилота упавшего самолета. Нужно отыскать пленку. Быть может, эти кадры бесценны.